Друзья, посмотрите, какая красота за мной. Просто нереальный, красивейший дом на Котельнической набережной. И мы сюда приехали снимать интервью нашей новой героине Татьяны Поляковой. Почему именно здесь, вы узнаете прямо сейчас. Все лучше не детям, все лучше пожилым. Это был сложный для меня год. Как правильно сочувствовать, соболезновать? Это что за тест? Вы что думаете, что от нашего диалога монетизируются наши каналы? Почему у людей до сих пор восприятие, что этикет только для избранных? Вся жизнь – это упражнение. Есть правила, но тебе нужно знать, кто первый, кто подает, а кто отбивает. Проект «Пацанки», в котором вы принимаете участие уже 4-й сезон. В чем отличие всех сезонов, в которых вы участвовали? Я не показала характер и не вернула в проект того, кому действительно нужна была помощь. Вы умеете просить прощения? У меня была травма, я никого с ней не обсуждала. У вас среди клиентов много известных людей. Мне так приятно, что вы задаете мне так много личных вопросов. Нужно уметь владеть словом, это намного больнее, чем любое физическое насилие. В советские времена достаточно строго воспитывали детей и могли поднимать на них руку. Почему мы приехали именно сюда? Почему вы пригласили нас вот в этот музей-квартиру Улановой? Когда я приехала в Москву в 2000 году, переехала в Москву для того, чтобы работать в Москве, я отказывалась много лет работать в Москве, и я, душа моя принадлежит Петербургу. Вы там учились? Я надеюсь, что я так выгляжу. И когда я была маленькая, спрашивали, когда я вела себя плохо, спрашивали, откуда же я всегда говорю, что я из Ленинграда. И когда я искала квартиру в 2000 году, то, что как раз сказала ваша подруга и подруги, я нашла квартиру в этом доме, потому что, переехав, мне нужно было убедить себя, что в Москве есть такие же прекрасные дома, как River House в Нью-Йорке, как River Club в Нью-Йорке или как... Ну, мы знаем все эти landmark buildings, у которых есть история. И я думала, что сталинский ампир — это очень Москва. И я нашла здесь квартиру, и даже хозяин, который сдавал, который интеллигентно перебрался на дачу и хотел сдавать городское жилье, ему было так нужно для бюджета, он сказал, все же вышел и сказал, я все же хочу, чтобы вы подумали. Да, но я подумала, что мне будет далеко ездить на Краснопресненскую набережную, знаете. Да, и может быть это так и было, но так судьба распорядилась. И я хотела здесь жить не ради того, чтобы казаться важной и ходить в главный подъезд, нет, а именно для того, чтобы видеть город в том же ракурсе, что видели те люди, имена которых мне знакомы, и которые являются для меня референсами, ролевой моделью. Тем более Галина Сергеевна Уланова тоже, сердце ее принадлежит Ленинграду, правда? Я, наверное, в каждый свой приезд в Москву, если не поднимаюсь на 6-й этаж, филиал, в музей-квартиру Галины Сергеевны Улановой, то я всячески стараюсь пройти по этой набережной, потому как каждый почти из окон имеет свою историю. И вообще есть у меня такая привычка, я верю в мемориальные доски. Я не хожу на кладбище к могиле, могу, но адреса, я их коллекционирую. И вообще через музей-квартиры, как я понимаю, лучше узнаешь самого владельца этой квартиры, конечно, того, кто там конечно, жил. Конечно. И прям сразу переносишься как будто бы в другую эпоху. Да. Вот у меня, если честно, этот дом ассоциируется с фильмом «Москва слезам не верит» и конечно, с героиней Веры Алентовой, с Катериной. Ну ладно, ладно, «Москва слезам не верит». И я задавалась вопросом о том, что вот она сюда переехала, притворяясь интеллигенцией, так скажем, дочерью. Она была wannabe. Да. Но вот вопрос, а можно ли все-таки из простушки сделать действительно леди? Вот и сколько времени на это требуется? Или же все-таки вот эта вот фраза, можно вывести девушку из там, какого-то деревни. Города, из деревни, да, но деревню из девушки невозможно. Вот. Знаете, мне кажется, девушку можно вывести из деревни, обычно она сама оттуда вывозится. И я никогда не скрываю, мой отец родился в деревне, в которой не проводили электричество и не присылали автолавку для того, чтобы староверы и национальное меньшинство закончились. Их лишили их национального языка, их лишили их алфавита, все превратили в русский язык.
И вы знаете, это был такой толчок, все три брата состоялись в других городах и каждый раз приезжали, как маятник, приезжали к своим корням. И к ним приезжаю теперь я, потому как если ты не знаешь своей корневой системы, пусть она будет не очень глубокая, пусть она будет просто широкая, ты не потеряешься на ветрах, ты точно устоишь. Ты просто знаешь, кто ты и кто твоя фамилия, как твоя фамилия. И тогда, если вы своему ребенку дадите, я знаю, что это чуть-чуть может быть такой кич, то, что я скажу, но если вы попросите своего ребенка нарисовать фамильное древо, он точно себя как звезду на елку наверх не повесит. Он висит где-то здесь, по бокам, но он не глава семьи. Все лучшее не детям, все лучшее пожилым. Это я поняла в детстве. Наверное, мне кто-то подсказал, я бы так не сложила фразу. Но наша бабушка сделала все, она не ругала советскую власть, которая не присылала автолавку и не проводила разные люксусы в их угасающую деревню Хуторскую, а это был хутор на самом деле. Но она играла с нами, умножала двоюродных родственников на троюродных, мы получали имена, фамилии, знали, где все они живут, у нас были корни. Я об этом часто говорю, я горжусь, и мне кажется, самое главное, чтобы эта девушка удержала в себе название своей деревни и свою деревню. Я подразумевала под этим вопросом, да, девушка из деревни, можно ли там ее... Я имела в виду, что манеры, да, и вот, вот этот я вот весь... Я отвечу сейчас, это интересно. Главное, чтобы эта девушка не разбила, это самое драгоценное, это название, и кристальность чистоты этой деревни. Пусть это будет наив, это то, к чему мы стремимся. Less is more. Но для этого нужно прожить жизнь правильно и привозить своих детей к корням. Вот это вот выражение, почему так говорят? Я против того, чтобы эту деревню из нее вывозили. Угу. Во-первых, ее вывести невозможно, и это большое счастье, потому что она будет authentic при этом. И очень мало светских дам в Москве бравируют адресом, своим адресом детства. Обычно стесняются многие. Да, так это вот откуда вы? Вы мне про девушку из деревни, а я откуда вы? Поэтому я родилась в очень маленьком городе. Все свои первые зарплаты потратила на то, чтобы увидеть мир. И я была одержима, и маленькой нации это свойственно. И это нормально, улететь далеко, чтобы понять, кто ты. Да? И я, когда пришла на свою первую работу, куда меня спрашивали, откуда, знаете, название всех трех стран, она попадала под мочку моего же пальца на моей маленькой карте мира. Поэтому вот это самопозиционирование – это вообще огромный вопрос. Нигде ты не устоишь, как на родных корнях. Поэтому возвращаться к ним с хорошим амплитудой. Пусть это будет метроном, пусть это будет что-то такое. Пусть это будет хороший маятник жизни, но возвращаться к этим корням надо. Девушка не может убежать из деревни. Практически все мои друзья начали инвестировать в этом году. Брокерский счет, количество приобретенных акций и ценных бумаг, а также торговля на бирже стали одной из главных тем для обсуждения во время дружеских посиделок. Этот тренд, конечно, коснулся и меня. Поэтому сегодня я расскажу вам на примере приложения Альфа Инвестиции, как можно быстро и просто открыть счет и начать получать доход. В приложении Альфа Инвестиции можно с помощью нескольких кликов открыть брокерский счет, пополнить его, а также вывести доход с карты. А для тех, кто только начинает разбираться в инвестициях и не знает, что купить и с чего начать, эксперты из Альфа Инвестиций подготовили тематические подборки ценных бумаг и практические советы о том, как грамотно составить инвестиционный портфель. В приложении более 3000 ценных бумаг, и каждый сможет выбрать подходящую по душе. А если вы новичок и не любите рисковать, то для вас до конца года действует суперакция «3 по цене 2». При покупке двух акций наиболее стабильных компаний на общую сумму в 1000 рублей вы получаете третью акцию в подарок и наблюдайте за их развитием. Это классный шанс стать настоящим инвестором. Переходите по ссылке в описании к видео, откройте брокерский счет онлайн и получайте выгоду от инвестиций в крупные компании. В какой момент вот такое увлечение этикетом у вас началось? Тем более, что это не самая очевидная профессия. Наверное, с первых моментов во Франции, когда я приехала в 89-м. И, естественно, коллеги пригласили меня на обед и посоветовали мне взять не филе рыбки, а целую рыбу. Я сказала, ну, знаете, я умею потрошить рыбку, потому что я выросла на берегу Балтийского моря. Вот с барашком и с ягненком мне было бы сложно. То есть такая проверка была? Да. Это же челлендж всегда.
Для этого и приглашают в ресторан, чтобы посмотреть, как ты вообще, как ты беседуешь, кто ты, как ты себя ведешь. Никто не голоден, это абсолютно такое светское испытание. Компания от слова «хлеб», «le pain». И ты не можешь называть компаньоном человека ни финансово, ни лично, ни романтично, если ты не знаешь, как он себя ведет. А за бокалом, за тарелкой, в беседе. И это, на самом деле, очень, самое, одно из первых упражнений. И коньяк или там шампанское. Мой отец очень стеснялся. Он сказал: слушай, ну девушка с гуманитарным образованием могла найти что-то другое. Я сказала: смотри, это такая же часть культуры, как живопись или как классика, как любая твоя любимая классическая музыка. Это то же самое. Во-первых, это сельское хозяйство, это рабочие места и это композиция, потому что соединить спирт — это сложно. Нужно иметь вкус и знать, что такое композиция. Поэтому вот так композиция жизни, настройка жизни на все культуры. Это была супер международная компания. У нас были ирландцы, американцы, голландцы. Это было то время, это еще было до Бернара Арно. Только стали говорить о финансисте, который стал приезжать и присматриваться. Это было дивно интересно. И я помню первое прочтение LVMH, какие компании хотел туда собрать Бернар Арно. Это действительно интересная эпоха. И мне опять повезло. Просто это было такое время у истоков. И я просто вижу результат и знаю, как этот результат, что было в первой, что было в первом меню, и как это, из чего это блюдо было, состоялось, и как этот салат был устроен, и как это блюдо, гастроизыск, как он получился. И я думаю, что моя самая большая удача, это, конечно, понятно, что ликбез, книги, филфак, прекрасно, но мемуары, рассказы, воспоминания, задачи, челленджи. И когда у меня кто-то спрашивал совет, мне нужно было услышать мнение еще 18 экспертов для того, чтобы дать правильный совет и не сказать, что это совет от моего лица. И да, действительно, я могла купить любую консультацию любого человека в Нью-Йорке, в Париже, пусть это был Ливан, Лондон, все что угодно, для того, чтобы заручиться их мнением. И вот ты, образно говоря, все эти мнения складываешь в прекрасное сито, моешь, остаются некие самородки, какие-то важные вещи в твоей коллекции. И потом появляется следующая миссия, следующий челлендж. И да, это опыт. Наверное, я бы никогда не открыла рот на тему этикета, если бы у меня не было опыта. И мне просто повезло, потому что, еще раз подчеркну, что моими работодателями были все же очень успешные мужчины. То есть вы вот через собственный опыт, да, в общем, всему обучались, да, можно сказать. Да. А сейчас? Ну, вот как обучались, да, я же должна была действовать, не совсем обучаться. Ну, действовать, да, естественно. Я имею в виду, да, что не было учреждения определенного, в котором преподавали этикет. Ну, такого учреждения нет. Нет, вот, и вообще не существует на сегодняшний, нет, день тоже. Нет. А почему вы не создадите большое такое, помимо, ну, вы знаете, курсов индивидуальных? Ну, после того, как ты был слушателем Лихачева, очень сложно что-то сделать корявое и сказать, корявое, что вот это я пишу, и это я так, ну, я стыжусь. Потому что, знаете, когда у тебя есть веха или есть прекрасные мои референсы в Америке, когда я вижу и слышу этих женщин, миссис Росс, которая 74 года проработала в Нью-Йоркере, Лилиан Росс. То есть у вас есть ваши какие-то учителя, да, да, которые, на которых вы смотрите? На которых я всегда буду смотреть, и этого мне хватит. И я никого не учу. Вы заметили, я вообще не делаю никаких курсов в никаком доме культуры, и иногда у меня есть лекция, но очень мало. И я думаю, что каждый должен к этой теме прийти сам, получить лицензию. На преподавание, да? На преподавание, да. Ну как, конечно. И это должно быть, это лицензированный вид деятельности, как аптека, как доктор, как это же преподавание, правильно? А то, что в интернете сейчас появилось, в Ютубе особенно много разных девушек, которые преподают этикет. Я не знаю. Мария Буше, какие-то еще, не знаю, вы не знаете, я кто не пользуюсь. Это? Я обожаю загородную жизнь. Прогулки на природе, уютные вечера с семьей — все это уже давно стало моей реальностью. Но в России есть столько классных городов, где обязательно хочется оказаться. Один из таких — новый город Доброград, который находится во Владимирской области в 250 километрах от Москвы. Город строится на частные инвестиции основателя Ascona Life Group Владимира Седова. Уже сейчас в Доброграде есть полный набор социальных сервисов. Хорошее образование в школе «Мир»,
качественная медицина, культурные объекты, парки, спортивные площадки, отели, рестораны, фитнес и спа и даже собственный аэропорт. В городе работает особая экономическая зона, которая предоставляет налоговые льготы своим резидентам. В жилой части города активно строятся малоэтажные дома. Вы можете купить квартиру или таунхаус с готовым ремонтом или приобрести земельный участок, чтобы построить дом своей мечты. Сейчас в Доброграде живет около 1000 жителей, а к 2039 году население города достигнет 50 тысяч человек. Если вы находитесь в поиске заветного места для переезда и давно хотели построить дом мечты, это шанс перебраться сразу в город будущего. Приезжайте отдыхать и оставайтесь там жить. Сейчас самое время для этого. По промокоду Лаура подробности в описании. У вас среди клиентов много известных людей. Да. Но вы по какой-то причине не называете их имен. Никогда. А почему? Ну, во-первых, моя тема очень деликатная, они задают мне очень деликатные вопросы, потому как они мне доверяют. И никогда не на правах рекламы я для них это делаю, потому что я уважаю каждого своего клиента. И все вопросы, знаете, это такой достаточно процесс большой диалога. На вопросы суперталантливых и способных людей иногда очень сложно ответить. Это очень интересный челлендж. Это такие песочные часы. Это взаимоинтересный процесс, он не может быть. Знаете, если бы я знала ответы на все эти вопросы, я бы уже была, Нобелевская премия была бы у меня в кармане, я вас пригласила бы на какой-нибудь white tie event. Хорошо, что мы с вами знаем, что такое white tie и как туда одеться. Поэтому, но есть люди, которые ездили на Нобелевскую премию и просто консультировались, как им выглядеть и что нужно, что не нужно. И это рабочие моменты. И мне нравится, что на мое слово «этикет» я получаю столько интересных запросов. И это действительно увлекающая тема. Нет, а почему люди стесняются того, что у них есть потребность изучить какие-то правила? Мне сложно сказать, я не знаю. Но ведь на самом деле, если бы, наверное, у меня была школа и какой-то институт, и люди бы заходили, брали курс, встречались, может быть. Но здесь, скорее всего, человек хочет оценить, что правильно, что неправильно. И это такой момент, это, я не знаю, я не считаю, что это, ну, я не называю, потому что это оплаченные консультации, и, знаете, ни один хороший доктор не назовет своих клиентов, только не очень хороший доктор называет. Врачи, я понимаю, да, там, психологи, я тоже понимаю. Но я думаю, что этикет это тоже такая достаточно, это такой внутренний ресурс, который требует наладки. И это такой, ну, хорошо, может быть, это не косметология, хотя косметология ведь тоже бывает разная. Есть люди, которые шлифуют кожу для того, чтобы закрыть травмы или какие-то природные катаклизмы. Есть люди, которые шлифуют кожу для чего-то другого. Мне кажется, этикет это тоже это такая, знаете, как в хорошем чае есть рецепт всегда, какой, в какой температуре. Здесь, наверное, те же правила, как правильно пользоваться. Как правильно пользоваться миром, устройством мира, как сосуществовать, как пользоваться... Так это же, наоборот, как хорошо. Умело настраивать общение. Я тоже уверена. Как вы думаете, что у человека есть потребность в этом? Вы думали, что у меня было намерение сделать что-то противозаконное? Нет. Или что-то... Я уверена, что это... Вы знаете, почему я оставила прекрасный офис в один прекрасный день и сказала, вы позвольте, может быть, я вас расстрою. Но те вопросы, которые мне задают, мне кажется, что детям от 5, от 4, может быть, тоже полезны. Давайте я начну с них. Просто я потеряю эксклюзив здесь, я извиняюсь. Но я хочу, я думаю. Это был мой смелый шаг. Я выпрыгнула в никуда без парашюта, и все говорят, ты сумасшедшая. Кому это нужно? Ты что? Как ты могла? Во-первых, я сказала, вы не знали, каково было напряжение моих миссий, и вам кажется, что это только всегда сантан. Оказывается, даже загар разлагает кожу, еще и души. Это сложно жить в чьей-то жизни и иметь огромную ответственность. Как потратить и получить удовольствие? Вот поэтому я и не начинаю свой курс. Я считаю, что он должен быть абсолютно эффективный. Почему у людей до сих пор восприятие, что этикет только для избранных? То есть вот есть некое такое представление о том, что только для богатых, для состоятельных, а вот для всех остальных есть некое расслоение. Потому что богатым, наверное, сложнее всего. Искра конкуренции выбивают в них эти все время пожары. Пожары горят их эмоции и сталкиваются их эмоции. Это вне классовости, мне кажется, этикет, ну, это совсем основа, это азы, как сказать здравствуйте и как не потеряться в жизни.
Почему теперь детей не учат, как их зовут, имя и фамилия, аист, когда аист летит, как подбирают имена и фамилии и прочее, забывают детям сказать, как их зовут. И ушастик, он уже в 15 не ушастик, правда, а у него есть имя полное и фамилия, и иначе он будет просто у меня, кстати, ребенок... какой-то сошок. Да. У меня ребенок, кстати, говорит, меня зовут Арон Михайлович Юрчук. То а есть вот он так. Полностью, да, он даже с отчеством. Это очень хорошо. Кто его научил? Мы научили его. Обязательно, чтобы он не потерялся в жизни. Не то, что на улице, просто он знал, как его зовут. Мне кажется, это очень важно. Для мальчика особенно. Как его зовут? Если он не будет знать, как его зовут, и что корона его фамилия, чей он, Михайлович, чей он? Он никогда не пригласит вас на свадьбу. Интересно. Понимаете? Потому что никогда не будет этого кольца. И когда Рон Михайлович подрастет, он будет представлять вас по той же фамилии. Понимаете? И тогда все, картинка у него сложится моя. Мое лото, моя маленькая лего жизни. Так как мы говорим все-таки про детей немножко, я со своей больной темой. Когда приходишь в общественное место, бывает так, что ребенок в плохом настроении начинает себя как-то вести не очень прилично, так скажем. Начинает падать на пол, кричать, что-то требовать, особенно если это гаджеты какие-то или что-то еще. Вот в этом случае как стоит себя вести? Даже не по отношению, может быть, к ребенку, а по отношению к людям, которые тебя окружают в этом месте. Что очень часто делают замечания, говорят, успокойте вашего ребенка. Мне кажется, никогда нельзя делать замечания чужим. Но вообще нельзя делать замечания прилюдно. Ну, может быть, можно... Я думаю, что детям можно замечания делать только дома. И посмотрите, французы, они не имеют детского меню, однако очень мало куда берут детей с собой. Итальянцы всегда берут детей с собой, как сказал мой приятель, ресторатор, он сказал, итальянцам легче купить им какую-нибудь пасту, нежели оплатить бабиситтера. Да, и то нормировать выход ребенка. Да, это ребенок хочет внимания, он понимает, что вы отвлекаетесь на другое, он не получает все это внимание, и ребенок реагирует, он хочет внимания, особенно если ребенок получает все это внимание дома, он раздражается. Знаете, дети – существа невысокого роста, они видят странных людей. Они видят странные ножки стульев, ножки столов. Для них все это страшно. Высокие люди, кальяны, интерьеры. Для детей это какие-то новые существа. Это, в общем, такие дебри. И не придуманы для детей. Мы сейчас много куда берем детей. Я в жизни со своими родителями не была в ресторане. Я не говорю, что это правильно. Но мы выросли без ресторанов, и вы, и я, наверное, и ни в чем себе не отказывали, зато посещали даже на обед потом в самостоятельной жизни ресторан, правильно? Ну, кажется, как будто бы так, беря с собой ребенка, ты с ним проводишь то же самое время. Да, но вы не занимаетесь с ним 100% времени. Французы берут с собой ребенка, они сажают его за стол как равноценного героя, и всей семьей или всеми приглашенными гостями за столом работают над ребенком, объясняя, поясняя. Он абсолютно равноправный член этого застолья. Если этой ситуации нет, тогда француз не берет с собой ребенка. Я выросла во Франции, выросла после университета во Франции. Это была первая страна, которая меня всему научила. То есть, если ты не, если не готов с ребенком заниматься в течение... Тогда не нужно его брать. И не все места предназначены для детей, куда мы их тащим. Где-то есть кондиционер, где-то ребенку нечем дышать, где-то ребенок лакмус реагирует. Мы же с собачками не везде ходим. Во многих местах есть обозначение, что с собачкой нельзя. Но мы туда тащим все равно детей. Не все ситуации продуманы для детей. Детям иногда страшно, иногда действительно их что-то раздражает. И они вольны не желать этого. Но мы все равно даем им гаджет, просим успокоиться. Надо готовить детей к выходам. И, в общем, это целое большое устройство. Особенно дети. Я думаю, дети чуть-чуть эгоисты. Они хотят всех вас себе. А тут еще ваши три подружки. Или еще подружки и кальяны, как я сказала. Или подружки и музыка дикая, долбежка. Или еще лаунж некий, который детей не в транс вводит, а выводит в какую-то ситуацию. Поэтому особенно мальчики на это реагируют. Девочки более терпеливы, заметили? А мальчики прямо стейтмент, не хочу и все. Такие хорошенькие. В этом я прямо сопереживаю им. Я тоже не хочу, говорю ему. И ребенок успокаивается. Я говорю, я же тоже не хочу, но сижу. Посмотри, как ровно.
А если говорить о кормлении в публичных местах, многие борются... Знаете, у меня есть вам сразу ответ, что если бы Шанель или Прада, или, я не знаю кто, Баленсиага сейчас придумал бы какую-нибудь ширму надевать на шею, чтобы прятать под ширму ребенка и кормить его незаметно там, как это было в природе всегда устроено, правильно? То мы бы все, в общем, покупали эти вещи и считалось, что это стильно. Я думаю, что меня никогда не кормили в прилюдном месте. И мы все выросли с вами. Но меня вообще из искусственной бутылочки кормили, поэтому другое дело. Но я думаю, что кормление, мне кажется, все же такой достаточно акт наедине с собой. То есть вас смущает именно вид оголенной груди в публичном месте? А если это прикрывается каким-то, Я считаю, что ребенку некомфортно есть в публичном месте. Можно все-таки уединиться хотя бы. А если у мамы нет возможности уединиться никуда, например? Везде есть туалетная комната, есть в любом. Вы знаете, если мы хотим уединиться, мы находим эту возможность. Или распланировать тогда такое. В общем, ребенок требует времени. И это не посылка, как говорил мой папа в отношении моего маленького щенка. Он сказал, это не посылка, возить его по всем странам не нужно, пусть он живет у нас. Все. И, в общем, ребенок тоже не посылка и не аксессуар, который нужно таскать. Да, но в туалете тоже кормить как-то не очень комфортно, наверное. Ну, наверное, не в туалете. Есть, наверное, если нет такого помещения, если нет некуда отойти. Ну, можно распланировать время кормления и время выхода светского, тогда как-то жить в таком режиме. Мне сложно сказать, есть автомобили у всех, есть масса вещей, где можно уединиться. Просто для ребенка, чтобы он ел и не отвлекался, мне кажется, всегда будет проще так. Дети, это правильный вопрос, для меня это очень драматичный вопрос. Как в самолете, знаете, чужие дети и самолет, когда маленькое пространство, всегда... Вы не можете сделать, вы просто... Это никаких общественных норм никто не нарушает, выходя с ребенком. Как? Ребенок нужно общими усилиями помочь ребенку, убедить в том, что не только ему сложно, но всем. Ребенок ведь на зрачки смотрит, он не на игрушками, которыми вы отвлекаете, он смотрит на логику. Маленький ребенок в рождении, он не смотрит на те, что ему вешают. Это просто, чтобы продать, делают такие штучки. Он смотрит на глаза и понимает, берет контакт. И успокаивается или не успокаивается. Когда мать нервничает, ребенок тоже нервничает. Это контакт. Поэтому, мне кажется, дети как раз, знаете, как дети вот так не скрывая смотрят, иногда оборачиваются друг в кресле, рассматривают тебя. И когда ты поддерживаешь этот взгляд, он успокаивается. Это, но так и с требовательными мужчинами, с женщинами, ведь так же можно успокоить любого человека, нет? Когда он понимает, что его поддерживают и полностью, да. Покой успокаивает, и человек выдыхается, или из него выходит пар, и он даже потом извиняется. И для этого и атакуют вас неприличными вопросами, невоспитанным ребенком. Человек устроен так, что он хочет уколоть другого, проколоть вас шарик, для того, чтобы ваш шарик не был таким аттрактивным и не взлетал так высоко. И человек все время хочет проколоть, он хочет к себе внимания. Поэтому я думаю, что эти проколы — это действительно такая атака, как отвечать на неприятные вопросы, как отвечать на бестактные вопросы, нужно ли от этого защищаться или быть просто мягкой такой булочкой, дурочкой, и как не спросить, нет ли там глютена. В то же время, знаете, как не показаться бестактной, как не выглядеть бестактно, как представить своего мужа уместно, правильно, как представить своих родителей. Почему-то все только о первом свидании, а на третье как, никто не спрашивает. Самое сложное третье, как мы знаем, совсем не первое, на первое, слушайте, почему не сходить? Все ходят всю жизнь на первое свидание. Это нормально. И даже не зная того, на нем оказываются. Поэтому, когда ты проходишь первое, второе, третье, потом, да, как часто истории прекрасных вы слышите о том, как мы давно были знакомы, но не разворачивались друг к другу. И вдруг, знаете, как в сказке. Мы сейчас в мини-библиотеке Галины Сергеевны Улановой находимся, в ее квартире. И следом вопрос. Вы говорили в каком-то прямом эфире с Геннадием Юзефовичусом, что почему-то по этикету не принято спрашивать, какую книгу вы читаете, или какая книга вам нравится, или я, может, что-то не поняла. Да, очень часто спрашивают. Вопрос, который я не люблю. Ваши любимые книги. Я филолог. Моя любимая книга, знаете, помните про Нину и публичную библиотеку? У меня очень долгий список. И мне кажется, про одну книгу спрашивать невозможно. Ну, как ваша любимая книга?
ваш любимый герой, ваш любимый город. Нет одного, поэтому нет одного ответа, мне кажется. И потом, что вы сейчас читаете? Это что за тест? На что? Может быть, я читаю «Мурзилку»? Детский свой журнал нашла, и сейчас его читаю. Или я то читаю... есть это нарушение границ, получается? Ну, я думаю, да. Да. Какой парфюм на вас, Лаура? А, чем вы краситесь? Губки сделали? Так это же сейчас это в Инстаграме везде все время спрашивают, а что у тебя за да, одежда, и люди отвечают, за вещь? Люди да, отвечают. Все отвечают. Мы с вами делаем такой красивый материал о ценностях, о роли. Приятно, что мы обе живем своим проектом и получаем от него удовлетворение. И продолжаем, и нам везет, потому что мы везем. И при этом кто-то может спросить, что это на вас? Да? Мне кажется, это вот туда залезть. Помните, как меня учили французы? Поцелуй так, чтобы прикоснуться к щеке щекой, чтобы услышать аромат вашего визави, потому что ярко надушенным было выходить неприлично. Ты только тогда узнаешь, но никогда не имеешь права спросить. Правда? Как правильно сочувствовать, соболезновать? Вот вы говорили, что вот этот RIP писать неприлично. Это, я понимаю, что это в соцсетях, это публичные какие-то вот формы. Ну, я не знаю вообще, как сообщить в соцсетях о том, что... Не знаю, для меня все-таки соцсети это не... Это я не про соцсети, да. Я вообще в целом. Как выразить соболезнование в связи там, с тем, что сейчас... Я рядом. Мне кажется, очень... Зачем, если вы знаете человека, и вас эта новость действительно... трогает, например, не так давно умерла бабушка Наташи Водяновой. И я с ней, с бабушкой, была знакома. И мы несколько раз проводили время вместе. И у меня сохранилась ее фотография. И у меня было такое желание опубликовать и сказать, что ведь очень часто с посторонними людьми, особенно с родителями своих друзей, с людьми старше моего поколения, очень часто можно обсудить те вопросы, которые ты никогда не решался обсудить с родителями. Бывает так. Точно так же, как у писателей. Помните, мы касались этой темы. И очень много... Она произнесла две фразы, которые стали для меня такой, знаете, прямо траекторией, путеводной. Это 15 лет назад произошло первый раз. И затем 6 лет назад мы встречались с ней в Венеции. И я постеснялась. Я тоже у Гены спросила. Я говорю, как ты думаешь? Он говорит, ты знаешь, самое главное — память. Если ты чувствуешь, сделай. Но это было бы тоже wannabe. Ой, я ее знала. Я здесь тяф. И я написала Наташе. Не знаю, прочтет ли она. Неважно. Это неважно. Это ведь вы делаете не для кого-то, для себя. Сказать, что действительно человек жив, пока о нем есть, пока жива память о нем. И я думаю, что если вы прочли такой некролог, то позвонить. Насколько степень близости. Но сказать, что, вы знаешь, имей мою поддержку. Если нужно, мы рядом. Дай знать, ты не один. Бывают такие ситуации, человек не знает, случается что-то территориально. Но масса бывает в жизни ситуаций. Поэтому донести, что вы здесь, если что-то нужно, мы рядом. Но и память. Я всегда пишу, что память. Память — это самое главное, что у нас есть, и что жизнь продолжается, и она будет до тех пор, пока человек с нами, пока есть память о нем. И память — это самое, на самом деле, хрупкое, самое сложное. Не про кладбище, да, а про имя, про уважение, про респект и про продолжение рода. Когда умер мой отец, я не знала врача, который будет... подписывать мне бумаги, и я пришла с вещами отца, ждала около кабинета. И он сказал, я вас узнал, у вас лицо вашего отца, вы похожи, вы продолжаете его жизнь, у вас большая ответственность. И я забыла, слезы высохли, понимаете? Здесь еще очень важно правильно сказать. И мне кажется, как раз память, почему? Вот это сразу, что случилось, он болел? А почему? Потому что в этом есть грань любопытства и такой атаки. Что случилось, уже случилось, правильно? Поддержка. Я рядом. Хочешь, приеду. Хочешь, приду. Все что угодно. Знай, что я здесь. Мне кажется, вот это. А RIP или rest in peace, или ой, жалко, молодой был, а что болел. Если прочитать комментарии, это страшно. Это страшно. Поэтому, мне кажется, есть тонкая грань. Мне кажется, что это не в соцсетях обсуждается. Расскажите тогда немножко о себе, о своем детстве все-таки, потому что вы очень часто такими широкими мазками о нем рассказываете. А, знаете, в детстве у меня была полная свобода. Единственное, что я раскачивалась на качелях культур
в Советском Союзе смешанные браки случались, и детям, как всегда, забывали объяснять и говорили: ну, сама поймешь. Не смотри, не спрашивай, я тебе потом объясню. Никто ничего детям никогда не объясняет. Во-первых, мы не знаем, что сказать. А во-вторых, враждующие кланы семьи всегда доносят до детей самое главное и самое жестокое. Поэтому, я думаю, любой ребенок из смешанной семьи, ему нужно прежде всего в дипломатическую академию, потому что он одинаково любит отца и мать, и их не раскачать, нас не раскачать. Мы сохраняем нейтралитет. А вы сами каким ребенком были? Я единственный ребенок, и я была очень тихим ребенком, потому что я не понимала, кто я. И мне было сложно, потому что, когда родители и представители разных культур дают вам советы на одну и ту же тему, это противоречивые вещи обычно. Мама говорит: улыбайся каждому глазами, зубки выпали — глазами. А бабушка говорит: никому не улыбайся, мы приличные люди, нормальная семья, подумает, что ты дурачина. Больных людей, детей стеснялись и стесняются, к сожалению. Поэтому и ребенок все это слышит и аккумулирует. А отец? Отец был добрейший человек, я звала его мамой, и он был абсолютно теплым человеком, очень искренним. Он тоже давал мне советы, он говорил: оденься уместно, не объясняя, что это. 2 года назад я поняла, что это ум и место. Выглядеть уместно представителем своей семьи, чтобы было понятно, чем ты в жизни занят и чего ты хочешь достичь. Родители давали вам какую-то свободу? Полная свобода. Родители всегда работали. Они давали мне полную свободу. Но они намекали, что я за все сама буду отвечать. В принципе, они не ограничивали меня ни в чем. В строгости они как-то воспитывали да, вас? Да, в полной строгости. В полной строгости. И когда я недавно перед уходом мамы спросила, была ли я требована, просила ли я что-то в детстве, она сказала: ты вообще никогда ничего не просила? Я знала, что когда я вырасту, я смогу себе это купить. Да, это было по умолчанию. И в этом было очень полезное упражнение, потому что... Ну, и потом, наверное, спасло то, что я выросла в музеях, Эрмитаже, и все теплые помещения в Ленинграде. Это были музеи, театры. Мне повезло. И там я прогуляла несущественные для меня лекции в университете. И туда я хожу греться всегда. И не только греть душу, и греть горлышко. Всегда в музей, всегда в театр. Мне повезло. Я принадлежу поколению, когда... Лихачев был моим преподавателем, и Гумилев читал на факультативы. И смотрительницы в музее могли мне рассказать историю своей жизни, жизни и Каро. И я знала, чем Мане отличается от Моне. И кормили нас своими завтраками, которые они приносили из коммунальных квартир. И у кого-то из них мы снимали комнаты в коммуналках для того, чтобы не жить в общежитиях. Это была наша самостоятельная жизнь. Понимаете, в чем была свобода? Пойти попробовать. И в посвящении своему счастливому детству я даю работу ремесленникам в Петербурге и создала свою коллекцию брошей, которая называется «Мой гербарий», потому что с растениями мне было проще, чем с людьми. В то время, в советские времена, я просто тоже выросла тогда, достаточно строго воспитывали детей и могли поднимать на них руку, наказывать их и вообще применять силу какую-то. Сейчас, естественно, это все табуируется. Меня однажды били вербой за то, что я не пришла слышь вовремя, просто ничего другого под рукой не было. И мама взяла вербу и била меня вербой. Но верба — это первая моя брошь, не в честь порки вербы, а в честь, ну, это было, наверное, уже талое время года, когда уже верба появилась, а я еще все на лыжах шаркала где-то в темное время суток. Мама просто беспокоилась за меня, и я нарушила правила, я не пришла домой вовремя. Да, поэтому... Но вы это не часто делали. Я не Макаренко, нет, я помню эту вербу на всю жизнь, я выучила урок. И я действительно, знаете, раньше не было, где мой ребенок, где мой телефон, раньше не было таких гаджетов, девайсов, никто, особенно за детьми, не следил, дети могли пользоваться трамваями, общественным транспортом. И, ты вообще, знаете, не знал, где они там ездят. Да, няня из Перу не сопровождала девушки до 18 лет в Милане, правильно? Ничего не имею против Перу, просто ей очень трудно будет защитить девочку, она ее просто сопровождает. Поэтому, да, и мне нравится, вот это и была самостоятельность. Мы сами принимали решения, мы отвечали, у нас была зона ответственности, мы много делали по дому, и у нас были функции, и мы должны были обязательно этот список книг. Мы не могли нарушить программу, и мы не могли вернуться с каникул, не прочитав. Некоторые книги я использовала в прямом смысле, я прокладывала в них гербарий. Я очень любила толстые книги брать на каникулы. Поэтому нет, это было счастливое детство. Я всегда говорю, что мое детство было безмерно счастливым.
Вы в каком возрасте все-таки поняли, что вы хотите поступать на филологический и вообще почему именно в Петербурге? Мне так приятно, что вы задаете мне так много личных вопросов. Я вообще хотела быть географом, как я вам намекнула, что с растениями мне было легче, чем с людьми. И опять-таки одна из родственниц очень деликатно обозначила, что есть такая специальность, что я могу делать что-то полезное для своих растений, потому что она видела, что я заложена гербариями, и где-то их нужно хранить, и что-то с этим нужно делать. Я действительно увлечена этим. И я знала все названия, мне было интересно, я их пересаживала, высаживала, в общем, возила яблоки во всех своих чемоданах, прививала, это мне было интересно. И я хотела быть этим географом, и в день открытых дверей на географическом факультете я была поражена. Вы знаете, библиотечные полки, вот эти прекрасные анфилады, паркет, скрип паркета, 12 коллегий, перспектива. Это недаром очень многие мои знакомые петербургские, это были все иностранки, которые фотографы, которые кроме Нью-Йорка любили жить в Петербурге. И поколение, опять-таки, было счастливое поколение. Мы с ними проводили время, снимали, ходили, беседовали, гостили, пили чай. Дебора Тубервиль, итальянский Vogue, заказывал ей беспрестанно, потому что дворцов декаданс в Петербурге хватало. И она не повторялась с площадками, потому что это и был весь Петербург. И очень жаль. К сожалению, очень жаль, я не смогла с ней попрощаться, и мы не виделись последние 2 года ее жизни. Но, тем не менее, я делаю все, чтобы видеть тех людей, с которыми я была связана, и которые мне давали правильные лайфхаки и советы в жизни. И ведь о некоторых своих ошибках вы догадываетесь через годы. И мне несложно найти человека и написать ему письмо. То есть вы умеете просить прощения? Да. А я просто объясняю, что я только сейчас догадалась. Ведь иногда до нас это доходит очень, очень неожиданно, и иногда через десятилетия. И тогда нужно признаться самой себе, что это был тот урок, который был незаметен, как маленькая настройка. Вы по этим правилам жили, но вспоминайте, кто вам это правило сказал. И, к сожалению, профилирующая математика не была возможна, я это допускала. И я поняла, что географом не быть, но опять-таки эта же родственница сказала, смотри, ну это же будет, может быть, твоим хобби. Все, что бы ты ни делала в жизни, у тебя должно быть хобби. Ты же не будешь разговаривать о своей работе. Это будет просто работа. Ведь жизнь, она намного больше. И твой день не заканчивается в тот день, когда ты выходишь из офиса. Она скромно работала в конструкторском бюро. Правда, это был особняк Демидова в Петербурге. И в бальном демидовском зале были кульманы и прочие вещи, где я, в принципе, проводила все весенние каникулы. Мне было не оторваться, еще там вкусными пирожными за историей кормили. Но это уже было чуть позже. Да. Все-таки вы пошли поступать. Я пошла на филфак, потому что тогда я поняла, может быть, тогда я пойму, кто я. Потому что когда ты в детстве говоришь на диалекте, на языке, и все это такое в постсоветское время, это было, знаете, вроде как органично, а в то же время вообще не билось. Этот конструктор, это лего было, в общем, деревянное и пластик. Нет, не лего, не пластмассовое, но, в общем, этот конструктор сложно было собрать, это лото, эту мозаику. И, может быть, тогда я, может быть, интуитивно я поняла, что, может быть, я изучу язык настолько, что я пойму, кто я. Потому что, наверное, в старших классах средней школы был экзамен на вождение, и я не могла 2 раза сдать экзамен на вождение машины, потому что, знаете, я злилась дико. У меня была травма, я никого с ней не обсуждала эту травму, о том, что для того, чтобы водить машину, нужно знать столько правил. И быть так... И, в общем, эти правила достаточно строги. И это всего лишь железная коробка на колесиках. Ну да, жизнь. Переход, важно. Но почему меня не учили в детстве себя вести? Вот это у меня никак не складывалось. Почему с машиной так все строго? А почему в общении никто этих правил не расчерчивал? И почему у нас не было практики и теории общения, существования? Поэтому я думаю, что этикет — это про любовь к людям, про сосуществование. Намеренно, с положительными намерениями, что первое слово должно быть не «нет», а хотя бы «я так сожалею, что я вам должна сказать «нет». Вот я про это. Поэтому вот эти правила, наверное, ведь
для того, чтобы понять, кто ты и в чем ты, для этого нужно знать языки, нужно знать диалект, нужно знать свою настройку. И нужно найти общий язык для того, чтобы существовать. И он не всегда иностранный, иногда очень родной. Просто многие люди доживают до определенного возраста и не находят себя, они не знают, кто они. Да? То есть это не все задают, как вы, себе вопросы и не пытаются вот найти в себе вот эти моменты. Да, в моем случае это не нужно меня жалеть. Это была полезная травма. И очень правильно родители дали мне свободу. Они дали мне правильную свободу. И они дали мне очень много. Они дали мне свободу финансовую. Они мне позволяли. Может быть, плохо, что моя мать была финансистом, и мой отец тоже, и они не проверяли мои месячные спендинги. Но, наверное, если бы они хоть раз это проверили, они бы, наверное, пересмотрели всю финансовую систему Советского Союза, потому что мне удавалось делать такие вещи, которые им бы не удалось. У меня были приоритеты в другом. И я оперировала своими деньгами, я подрабатывала, и я работала, и я знаю, что значит зарабатывать деньги. И я всегда существую на свои бюджеты. И в этом огромная свобода знать. В каком возрасте вы начали зарабатывать? Первые 12. Деньги? В 12. Каким образом? Моя мама взяла меня на летние месяцы к себе на работу, посадила и следила строго, чтобы я выполняла. Но это была ее инициатива, это не ваша? Это была ее инициатива, но я с радостью это сделала. А уже в дальнейшем, когда была ваша инициатива, куда вы пошли? Я подрабатывала всегда, когда училась в университете. Мы работали в ботаническом саду, ухаживали за растениями, потому что это давали живые деньги. Да, да. И мне кажется, что это было полезно. И ведь охрана растений в Красной книге, это было тоже... миссия сохранения растений, поэтому, вы знаете, и это осталось моим хобби, все долины нарциссов и все цветения диких растений по картам мира, по геолокациям. Если у меня будет месяц март, я точно знаю, как и где его чем занять, у меня есть несколько опций. Это растения, но где растения, там есть прекрасный уклад жизни, и там есть ритм жизни, и там есть основа, и там есть время подумать, кто ты, понять, кто ты, и даже не задумываясь, ты вдруг внезапно понимаешь. Я, в принципе, всегда работала в офисах, корпорациях. Мое первое рабочее место было... Моя мама заболела, и мне нужно было пойти на работу, которая оплачивалась, и я уехала в Финляндию, работала в бэк-офисе очень известной финской компании, потому что я говорила на языках, зарабатывала, лечила маму. В каком возрасте было? Это было 20, мне было 24. Угу. Мне кажется, знание языков – большая свобода. Знание собственных корней – ты можешь устоять на любом урагане. Свобода языки, конечно, и не уставать мечтать. Угу. На то они мечты, чтобы сбываться и вот знать задорно. Я знаю много интересных людей, которые действительно имели возможность не работать в корпорациях. Я, однако, отдала, наверное, сколько? Много лет, 25 лет я проработала все же в очень больших международных компаниях. Это было супер интересно. У меня всегда были свободные миссии. Я много делала совершенно таких challenging проектов. И мне нравилось делать все чуть-чуть наоборот, для того, чтобы достичь результата. Результат есть, я сейчас все это вижу, мне интересно. Но я оставила самый красивый офис мира, из него вышла. И я объяснила, что я не хочу ни с кем конкурировать, я не хочу войти в другой такой красивый офис. Я хочу сделать что-то для детей. Тогда я попросила лицензию на преподавание этикета и начала абсолютно с детской аудитории. Оказалась с ней сразу в отделах кадров всех лучших корпораций мира и России, потому что кто из взрослых сознается, что этикет им полезен? А где вы эти знания получили об этикете? Во-первых, послушайте, Дмитрий Сергеевич Лихачев неплохо говорил об уроках жизни и о том, что следует и чего не следует. Книг много написано, кстати. Вам это нравилось, вам было интересно, когда Во-первых, я всегда пыталась отгадать, кто я. Понять, устоять, смонтировать свою собственную историю, понять, как с ней жить. И я знала свой чек-лист, чего я не знала, что я хотела узнать, что я хотела познать. И мне повезло, опять-таки, все запасники, все прекрасные служебные помещения всегда были доступны в Ленинграде.
и это было главным угощением. И мы не ленились, у нас был ковровый кружок, мы ходили со всеми иностранцами, которые жили в Ленинграде в то время, в Петербурге уже, наверное. И мы ходили всегда в этнографический музей, разбирали по ниточкам культуры мира, у кого какой ковер, и что он хотел этим сказать. Поэтому пусть это было монотонно и примитивно, и я не моль, не настолько я люблю ковры и шерсть, чтобы, знаете, съесть их на завтрак, нет. Но это была тема, это было познание, и, наверное, все-таки мои корни, слушайте, финно-угры двигались, эстонский язык в Америке изучают на кафедре тюркской филологии. Поэтому корни мои действительно сложные, поэтому это есть, этот коктейль, он в нас. И моя мать балтийская немка, это тоже не так, чтобы просто, знаете, славянская культура, Ленинград советский, теплейший, роскошный, мороженицы, креманки, всем одной ложечкой. Да, и свобода факультета, и абсолютно уникальная профессура, и шикарный каст, не забывайте, еще был восточный факультет здания филфака, где были тоже свои персонажи, и все это была моя молодость. Если в Москве вот говорить о вот таких вот квартирах, музеях, куда еще стоит сходить, где побывать человеку, кто, как я, является вроде бы москвичом, что я давно здесь живу, уже более 30 лет, и все равно много где еще не была. Может быть, вы что-то, кроме видите, вот этого музея... Дайнеко мы с вами упустили. Да, да. Я бы обязательно советовала вам пойти к Рихтеру на высокий этаж, филиал Пушкинского музея. Там бывают прекрасные концерты. И мы все ходим по Спиридоновке, и все бываем в этом районе, и забываем, что с видом на всю Москву жил прекрасный Рихтер. И там есть абонемент концертов. Потом, конечно, Мухина, потом, конечно, Коненков, рядом с кафе Пушкин. Прекрасное ателье, мало кто бывал. И, мне кажется, дом Мельникова, эти все места литературных. Я к Шаляпину люблю ходить, мне нравится, и в Петербурге. В Москве, наверное, я знаю меньше, но в Петербурге это, ну, большой, огромный список. И очень много, о многих адресах даже мало кто бывает. У художника Бродского каждый ходит в русский музей. Оказываясь, гранд-отель в Европе, никто не догадывается, что можно зайти к художнику Бродскому. Теперь будут знать наши зрители. Это как раз рядом с Михайловским театром, дверь в дверь. И если кто не знает, как оформить квартиру, сходите к Бродскому. Много хороших подсказок, и как принять гостей, и как украсить быт, и как интерьером намекнуть, кто ты и чем ты в жизни занят. Умели это раньше, без всяких больших архитекторов. Пината Репинский, один из моих любимых музеев под Питером. Проехаться к Репину и вернуться, не, этого не нужно шашлыки жарить на берегу моря, правильно, можно и без обойтись. Но нет, прекрасный Набоков. Ну и вообще, мне кажется, живя в Астории, по Большой морской, Малой морской, каждый дом — это просто многотомник истории. Вы не делаете экскурсии, когда бываете в Питере для своих клиентов? Да, делаю. После бранча в Астории мы часто выходим. Я еще люблю крыши, из крыш посмотреть, есть что вспомнить. И я сама многие адреса. Вы знаете, я училась на филфаке, поэтому мы тоже любили кому-то домой ходить погреться от общежития, от холода. Иногда заходили тоже к библиотекам в основном и много брали книг читать. И в букинисты я точно так же хожу, в старые книги. Всегда в любом городе я сразу иду в мемориальный музей и обязательно в какому-нибудь букинисту. И обычно это самый теплый, самая интересная эмоция города. И местные люди, кстати, очень мало пользуются. В основном ты там встречаешь москвичей. Ну, по крайней мере, со мной так случается. Очень часто задают вопрос, что дарить детям на совершеннолетие или на день рождения, на некий знаковый, особенно сейчас, когда все остались со своими детьми дома, и дни рождения проходили без анимации, без ежиков дрессированных. Нужно было самим как-то скрасить это прекрасно и сделать дату особенной. Я всегда говорю, возьмите свои 5-6 любимых книг, себя и мужа, завяжите бантиком. Просто отдайте детям и скажите, в жизни вырастешь, прочтешь. Это действительно, ну как, мы раньше всегда знали, какую книгу читает отец, мать, что он любит. Нет, кино, фильмы, актеры. Сейчас мы меньше об этом знаем. И есть классика, которая все равно, мне кажется, дети должны пройти дома. Что касается соцсетей, вы активный пользователь, да. Собственно, вы постоянно тоже что-то размещаете, да, у себя, но в рамках определенных вещей, то есть личную жизнь вы особо там никогда не публикуете, только вот что-то связанное, да, с работой, с, да, профессией. Разве это неправильно?
правильно, согласна. Не знаю, вас не раздражает? Может быть, я слишком назидаю, я никогда не назидаю. Угу. Но мне, я больше всего люблю архивы, угу. и в архивах можно все подглядеть. Я намекаю, что то, что видят камеры и фотографы, видят все. И я никогда не обсуждаю сегодняшний день. Угу. Очень сложно его обсуждать, потому что... это мгновение. Сейчас такая тенденция пошла. Очень часто в соцсетях разные звезды высказываются на разные темы, да. даже которые к ним не да. имеют отношения. Или, например, люди говорят, что трудно быть звездой. Такое тоже говорят, да. конечно. Да. Но часто высказываются на темы, которые к ним непосредственно отношения не имеют. Например, вот это вот движение Black Lives Matter, которое да. было в Америке. Или харассмент. Или харассмент. Ну, в общем, если к тебе лично это да. отношение не имело, это где-то там на да. Западе, например, берем прошло тему. Движение MeToo. Берем там, тему. Да, берем тему. И начинаем постить черные да. квадратики и какие-то комментарии. Да. Или RIP писать. Или RIP. У меня вот. Умерла мама, RIP. Да. Вот, вот отношение этикета к этому. Вообще, стоит ли высказываться на те темы, которые к тебе лично не имеют отношения, особенно в соцсетях? Это же бесплатно. Соцсети да. же бесплатное да. упражнение, поэтому не судите строго, если бы это было платно, было бы дозировано. Поэтому это бесплатный способ внимания к себе привлекать, как дети, которые падают на пол, это то же самое. Но еще есть, наверное, некое течение, человеку легче по течению, он хочет попробовать это на себе. Ведь не все владеют словом, некоторым сложно. Кто-то ведет сети с огромным отделом офисов и секретарей, это тоже видно. Соцсети — это интересный лакмус. Мне мама выключила телевизор в 6 лет. Она сказала, тебе это не будет нужно, новости из Москвы. Она ошибалась, мне это было нужно. Поляков все-таки был москвичом. И соцсети для меня — это новостной канал. Вот у меня все настроено на новости и на интересных персонажей, которых я никогда не встречаю в жизни, но есть очень много взрослых людей, за которыми я по-прежнему слежу, и им есть что сказать. Поэтому, когда людям нечего сказать, и они не могут это оформить картинкой, я за ними не слежу. Я в соцсети Инстаграм завел мне случайно мой ассистент на съемках. Он сказал, как же вы уедете, я не буду знать, что с вами происходит. Пойдем в подвал и наладим Инстаграм. Это случилось, да, совершенно случайно. И я до этого все говорила, ну, знаете, заведите Инстаграм, как у тебя нет Инстаграма. Так же, как очень красиво рассказал Никита Сергеевич Михалков о том, что, ну, он франкофон. И все говорили, ну как французский, как ты не знаешь английского? Как не знать английский? Ну, Оскар, Голливуд, все-таки это язык. Он сказал, хорошо, выучил, а с кем разговаривать? Это было хорошо, и это было много лет назад сказано, мне это очень понравилось. Это позиция, он это сделал, а с кем разговаривать? И да, и он владеет словом, в принципе, правда, он может оформить свои мысли. Есть люди, которые не могут оформить свои мысли, поэтому я иногда думаю, зачем? Но в то же время Инстаграм — это для путешествующих людей, он просто настроен так, что мы знаем, кто где, я слежу. И на самом деле на фоне большого количества людей, которых я читаю, есть тоже хорошее количество людей, которые мне пишут, и мы поддерживаем друг друга. Это наша комьюнити. Mm-hmm. И я бы так часто им не звонила, особенно сейчас, когда, в принципе, телефон разрывается очень редко. Это уже действительно ЧП, если кто-то звонит, верно? Yeah. Поэтому или только доверительный звонок, или что-то такое очень серьезное, правда? Поэтому и ты тоже звонишь единомышленникам, членам семьи, ты так не будешь беспокоить. Ты пишешь, правда? Ну, звуковые сообщения меня, конечно, пугают очень сильно. Люди, которые ничем не заняты, они в основном все говорят. Иногда, я понимаю, когда иностранцы, когда они не могут, там, кириллицей не владеют для того, чтобы написать, или понимают, что будет с ошибками редактора, они не доверяют редактору. Но когда человек по-русски русскому человеку надиктовывает всегда, ну, вот эта важность диктофона я не совсем понимаю. Поэтому уметь красиво писать, высказываться, обращаться, формировать сообщения. Чудесный Ланге есть фотограф, он сказал, посмотри, мне одна девушка написала записку. Я говорю, это не записка, это WhatsApp сейчас называется. Но он красиво, она оформила это как записку. Умение писать все же, это огромное мастерство, правда? И я рада, что в соцсетях это остается. Да, но все-таки вот те люди, которые начинают высказываться на темы, которые их не касаются, видите, насколько я, это уместно? Меня это, я не знаю, что такое уместно. Ум и место, пусть они сами решат. Потом надоест, вы заметили, это быстро уходит. Вещи невостребованные быстро уходят. Про
проект «Пацанки», в котором вы принимаете участие уже четвертый сезон. Угу, да, четвертый сезон. Какую часть жизни вашей он занимает? Я думаю, что я всегда признаюсь и говорю, что почему-то девушки считают, что я была пацанкой. Я никогда не была пацанкой, совсем нет. Я на коврике, от меня не отказывались родители, и меня не насиловал дедушка, и собутыльник матери тоже не пугал меня в детстве. Я не боялась мужчин, не видела в них опасности, поэтому такой драмы в наших семьях не было. И я никогда не была пацанкой, просто я жила самостоятельно и позволяла себе, брала себе ответственность за то, что я себе позволяю. И я действительно думаю, что им не нужно насоветовать, назидать, им нужно просто показывать пример, что любимое дело может быть делом жизни, и можно зарабатывать, жить самостоятельно, улыбаться, смеяться, шутить. Это все очень современный этикет, это не про нафталины, не про какие-то. Но единственное, я хочу, чтобы они учились коленочко коленочки складывать, коленки на кнопочке. Но я думаю, что это некий признак женственности, вежливости к визави, который сидит напротив тебя, по крайней мере. И да, я думаю, что я одинаково переживаю за тех, кто пришел на проект просто ради хайпа и ради подписчиков. Такие тоже есть. Ну, конечно, они, конечно. Вы думаете, настоящая пацанка есть паспорт для того, чтобы поехать на съемки? Это сложно. Не у всех пацанок есть документы для того, чтобы и желание. Потом это съемка в таком проекте, это 16 недель огромного напряжения, титанической работы над собой. Это задачи, это несколько задач в день. У тебя нет privacy, ты все время находишься с кем-то в помещении, и это очень сложно. То есть все, что мы видим, это реально происходит. Вы видите только часть того, что можно показать, часть того, что удается вмонтировать, потому что всего происходит очень много, и просто, наверное, это способ показать, что жизнь очень многогранна, и тебе нужно испытывать себя в очень многом. Нужно бороться над своими фобиями, нужно работать над своими фобиями. И я буду повторять всегда, что бы ни случилось в жизни, какими птицами они бы ни стали, как бы высоко они ни полетели в жизни, со своими фолловерами или со своими накладными ресничками или с чем-то еще в жизни. Главное, чтобы они не продавали при этом наркотики и не убивали людей, то они всегда с высоты своего полета должны наблюдать, что происходит у них в гнезде. И если нужна помощь, они должны пикировать к своему гнезду, хоронить или лечить тех, кто дал им жизнь. И только потом, когда все будет под присмотром, возвращаться высоко и лететь дальше. Что все равно есть корни, есть семья, есть ответственность. И есть действительно девушки, которые впервые видят многие вещи в жизни, которые они видят на проекте. Они видят... Есть девушки, которым в тюрьме проще, чем дома, потому что есть гарантированная постель, есть гарантированная еда. И есть истории, в которые трудно поверить. Я не хочу обсуждать, постановка или нет, потому что, поверьте, мне есть чем заняться в жизни. И если бы я не считала, что это для меня миссия, и это для меня действительно такой, я бы назвала это уколом, я не езжу ни на какие спа-процедуры, но я думаю, что это такое спа души и совести. Если ты можешь им помочь, показать пример. Не увлечь, у меня нет таких претензий. Просто взрослый человек, на которого они должны научиться смотреть, доверять и испытывать взгляд постороннего человека без агрессии, принимать критику, уметь шутить над собой, быть женственной. Это никому никогда не помешало. И быть благодарным, уметь распоряжаться словами благодарности и быть заботливыми, внимательными. Это и есть основа сосуществования, что на одном эго, даже бросаясь на пол с гаджетом, на одном эго далеко не уедешь. На одном ударе научиться говорить словами то, что ты хочешь выразить, физической агрессии. Нужно уметь это, нужно уметь владеть словом. Это намного больнее, чем любое физическое насилие. Поэтому других примеров они не видели. И регионы, если я задумываюсь о статистике, о том, какие регионы дают самый страшный генофонд, это очень много драм в самых прекрасных городах, которые мы любим. Там есть очень много сложного. И смесь крови, есть и это, есть просто... Запутавшиеся девушки, есть девушки, запутавшиеся в
в признании, в получении признаний, в процессе получения признаний, формировании себя. И это опять-таки обратная сторона соцсетей и жизни в сетях. И девушки, которые рвутся за фолловерами, за тысячами поклонников. Поклонник в Инстаграме — это не поклонник. Поклонник — это кто-то другой в жизни. И вот, наверное, моя миссия — это донести. У нас прекрасные настрои. И Лаура Альбертовна, и Мария. У каждой из нас своя миссия, свой характер. И я была рада, что я могла принять участие в 6-м сезоне. И что канал побеспокоился о всех формальностях и приглашении меня в Россию. Это была огромная процедура доказать, что такой человек нужен. Это признание моего проекта, потому что меня пригласили в проект только по слову «этикет». И я о проекте не знала, и мне нужно было долго рассказывать о себе, насколько я являюсь социально приемлемой, и не было ли у меня темных сторон в жизни. И это очень интересно, потому что ты не задумываешься об этих вещах. И это вообще не про камеру, но вы знаете, все люди, которые меня останавливают и которые сопереживают проекту, я понимаю, в чем прайм-тайм, я понимаю, в чем успех проекта. Я это очень хорошо понимаю. В чем? И в том, что это степень обнаженности людей, их проблем, их судеб, их ошибок в отношении собственных детей. И слез, и признаний. Вы не знаете, что мне иногда то, что я слышу, какие признания я слышу от очень успешных женщин, которые вы в жизни, вы знаете, совершенно с другой, со стороны мини-юбок и прекрасных фигур. И они слышат очень много комплиментов и очень много слов сожаления, и ошибок, и признания в ошибках. И я думаю, что это как раз... Это никакая не миссия, это просто долг, я думаю. Это не миссия. Миссия — это, знаешь, решил, хочу, не хочу, миссия. Я думаю, что это долг взрослого человека иметь возможность и перед этими хрупкими девочками, которые взяли себе такую шкуру тигра, надели шкуру тигра и в ней вышли к камере. Это очень сложно — обнажать свою душу, плакать, ждать звонка от родителей, которым даже лень поговорить, или не хотят, или вообще просто... И слышать откровения девочек про то, почему они родились, кто их родители, и как им было в детстве сложно, здесь прощения нет. И согреть их, и сказать, что не все так, что каждый человек страдает, каждый человек... Но это есть миссия, и при этом ничто так не ранит и не обескураживает, как искренняя забота, улыбка и любовь. И что мир абсолютно не черный. И это только те девушки, которые могли организовать. Я знаю, какие огромные цифры кастинга желающих попасть. А как вы попали в первую очередь на проект? Вам просто позвонил канал и пригласил на кастинг? Да. Или уже пригласил на участие? Нет, пригласили на кастинг. Пригласили принять участие, прислать, показать, рассказать о себе, чем я занималась и почему я этой темой занимаюсь. Смогу ли я работать с публикой и прочее. И сразу пригласили после кастинга? Mm-hmm. Уже да, стать частью? Mm-hmm. Да. И мне кажется, у меня хороший диалог с девушками, и я всех одинаково люблю, просто кому-то я более строга. Знаете, кто тебе ближе, того mm-hmm. требуешь больше. И уметь держать шутку и юмор, и уметь держать замечания, и уметь скрывать свои позывы, торговать лицом. Они могут большего, они могут достичь большего, они должны учиться. К сожалению, пока нет этого желания учиться, желания прикладывать усилия. Но это такое поколение. По крайней мере, я счастлива, что никто из этих девушек не возвращается туда, где они были. А почему вы пропустили один из сезонов? Потому что, во-первых, были закрыты границы России, во-вторых, умирала моя мать. И это был сложный для меня год. И более того, существует период, когда тебе нужно взять паузу и заняться своим гнездом, а не давать назидания в камере, когда ты знаешь, что ты отрываешь время от самого родного, уходящего в муках человека. В этом тоже нужно себе признаться. Поверьте, я делаю это абсолютно не для камеры. Участие в проекте не монетизируется. Приятно поощрение,
это совесть. Тебе ее не нужно ни в какие бумажки заворачивать. За это не дают медали. А вы же на себе все-таки ощутили то, что проект все-таки дал вам еще больше узнаваемости? Да, но к моему бизнесу это не имеет никакого отношения. То есть больше клиентов в другой нише не стало у вас? Нет, я просто в очереди в самолет должна теперь фотографироваться. Я прошу действительно оставить мне прайвеси с багажом для того, чтобы место для фотографий, фотокол оставить по ту сторону границы. Нет, это не имеет к проекту никакого отношения. Это социальная ответственность и бизнес — это разные вещи, простите. Вы что думаете, что от нашего диалога монетизируются наши каналы? Нет, это вообще не про это. Это просто нам легче с вами говорить, чем писать. Но я пишу. И делаю очень много эссе, и делаю очень много курсов, и пишу. Вы знаете, все свои презентации я делаю сама, и выстраиваю проекты, и все свои B2B проекты выстраиваю. Поэтому, но, во-первых, это успешный социальный проект, это главный социальный телевизионный социальный проект России. Абсолютно, кстати, согласна, это то, что это я говорю своим друзьям. Социальный проект, это драма, просмотры подтверждают это. И это про корни. И я не знаю, какой сейчас эпизод показывали. Я не так за этим слежу. 12 или 11. Таланты показывали уже? Да, уже давно показали. Нелли Михеева осталась в Москве. И я вам пришлю. Вы можете это вставить в наш эфир. Это мой личный кадр. Я не могла его не сделать. Она выбрала песню, если вы помните, акапелла. Да, конечно. Это об ее городе, откуда мы. И это гимн моего проекта. Если бы я не пришла на проект и не услышала Нелли Михееву, которая могла бы быть рэпером, которая могла бы, я не знаю, с факелом плясать на сцене, огнем, естественно, привлечешь больше внимания, чем без огня. Она могла бы, я не знаю, на столе танцевать, бедрами водить. А она спела песню «Дань своей родине». И когда я сказала: «Нелли, ну какая ты молодец», она сказала: «Да, моя деревня, название моей деревни нет на карте». И она заявила об этом. Это первый раз, когда я слышу эту песню, которая, знаете, уже давным-давно не ушла из как-то была передача, когда песни по желанию, или как называлось, это? Да. Песни заявкам. Песни по заявкам. Даже песни по заявкам я, наверное, ее слышала года 30 лет назад. И то, что эта молодая девочка взяла эту песню, и то, что она сражалась, помните, пыталась дойти и выполнить усилия над собой. Мне нравится, что она в Москве, она работает, и она будет работать. Она знает, что такое работа. А расскажите, вот в чем отличие всех сезонов, в которых вы участвовали? Вот этот сезон, говорят, самый жесткий. Да, ну это уже взрослые девушки. Если пацанки начинались там с 15, 16, 17, по-моему, 17, 18 был первый сезон, да, то сейчас это уже совершенно другая аудитория, и это совершенно другие девушки. Абсолютно другие девушки. Это 26, Татьяна Каширина. Это уже очень взрослые девушки, которые откровенно многие вещи увидели в Москве первый раз в жизни. И я не прощу никогда за тех, кто этого действительно никогда не видел. То, что у детей отняли детство, и то, что рожают только потому, что лень сделать аборт, или лень, простите, встать вовремя из постели. И когда в ответ на телефонный звонок ребенка раздается тишина, и она говорит: ну, меня родили просто для банковской карточки, для пособия, признания. И я, когда их пошла поддерживать, и сказала, что иногда тишина — это лучше, чем пьяный угар или какая-то перепалка по телефону. Лучше тишина, это честнее. И тишина тебя не будет пугать. И тишина полезнее, нежели когда-то пустые слова, которые ничего не значат. Как часто говорят ребенку: не бойся ничего. Ну как значит не бойся ничего? Что значит не бойся ничего? Ты лучший. Что значит ты лучший? Ты можешь. Ты можешь.
Я хочу тобой гордиться, я тебя поддержу, но не ты лучше, и не бойся ничего. Значит, ребенку не бойся ничего. Поэтому их признание, они просто, вы не поверите, это меня сделало намного сильнее. Наверное, проект мой продвинулся, потому как моя работоспособность на фоне пацанок повысилась до максимума. До максимума. Моя ответственность успеть ответить на все те вопросы, которые мне задают люди, которые никогда меня не увидят в жизни. Легче спросить так, легче доверить так. И ведь есть, это же не, ну, этикет — это не про личные отношения, это про карьерные некие манипуляции, про некие карьерные, коммуникацию. Часть вербально, невербально, национальности, которым никогда никто не учил сосуществовать. У нас ведь был Артек. В современном мире национальности — это абсолютно очень сложно себя самопозиционировать. Поэтому я очень хочу вернуться к этой теме. И поэтому, наверное, это обосновывает то, что я не гражданин России, и русский не мой родной язык. Это второй язык, на котором я разговаривала в детстве. Я никакая не Black Life, абсолютно нет, но я считаю, что национальность — это наша корона. Семья и национальность — это наша корона. И это тебя самоутверждает. Разобраться, понять и сделать свой недостаток, в кавычках, своим преимуществом, козырем, это дорогого стоит. И в этом нужна помощь. Если вернуться все-таки вот к этому сезону, вы говорите, что отличается он тем, что девочки были постарше. Но сами вот эти испытания, которые это уже первый пример, когда новое поколение, когда поколение 25-летних не умеет общаться и не желает общаться. Для них главное — это фолловеры и гаджеты. Девайсы, у них нет эмоций, они знают цель для того, чтобы, где они хотят оказаться, они не могут признаться, они не думают о себе, они забывают о себе как личности. Понимаете? И это, да, как бы мы ни назвали 25-26, это сейчас совершенно другое поколение. С неумением и нежеланием, с оголенным эго. Оголенным эго, хорошо. В данном случае это страдание, в данном случае это насилие детства, это... Образно говоря, девушки, которые брошены в огонь жизни, просто в огонь, выживут, не выживут, безразлично. Они выжили, и они должны еще будут отразить, спроецировать свои эмоции на тех, кто нуждается в их помощи, в их эмоциях. И это миссия. К сожалению, мне обидно несколько, что проект заканчивается. Знаете, как романы, любовные романы, всегда в странной точке. Просто автор не знает, что делать с героем потом. Симонова, да, стихи, слова. Поэтому мне жаль, что проект заканчивается там, и что главный стимул не то, чтобы учиться, получать теорию, знания, работать. И надеюсь, что мы когда-то доведем проект до того, что будут вторые и третьи серии, мы будем знать, чем и как, и где эти девушки состоялись. Я через какой-то период. Я за это, да, я за это. И я надеюсь, что однажды одна из девушек, победительница, участница, станет на мое место преподавателя. И тогда это будет a real true story. Потому что я не могу сопереживать, не будучи пацанкой. И Мария, и Лаура. Нет. Это моя тайная мысль, которую я впервые делюсь публично. Я никогда не говорила об этом каналу. Но я хочу, чтобы одна из девушек стала на мое место. А если вот наблюдать за девочками, которые были в этих сезонах, и которым вы помогали меняться, вот кто, на ваш взгляд, больше скачок, изменения у кого были? Ну, я думаю, что Анастасия Кузнецова, депутат, это второй сезон. Я очень помню хорошо сцену «На облаках», когда они... Это был первый сезон, когда я зашла, это одна была из первых сцен, таких больших сцен. Это было много сцен, когда в первый сезон входишь, знаете, это все, ну, тебя просто обескураживает. Это сложно, это очень сложно. Это же не мелодрама по сценарию, это огромное испытание. Это была сцена с бомжами. Противно, я все-таки человек в первую очередь. Когда я должна была произнести слова вот рядом с ними, не оказалось тех, кто оказался рядом в нужный момент и подставил плечо или подал руку. Я соврала, у девушек тоже этих людей не было, понимаете? И это было очень сложно. И эти люди здесь, и они рядом. И это очень сцены, это сложные, сложные психологические сцены для девочек. И сцена на облаках, когда они признались в своих мечтах. Облака — это символ счастья, мечты и символ, конечно же, будущего. И мне нравится, что некоторые девушки уже на пути
к той мечте. И Настя, если бы Настя Кузнецова по моей протекции попросила ее куда-то в ресторан принять на работу, мне бы сказали обязательно, что мы около Смольного или Кремля, что-то, таких людей, боже упаси, каких с таким прошлым никогда не возьмем. Это говорят такие зажравшиеся директрисы ресторанов, без миссии, без желания. Я говорю, ну вы спросите хотя бы у кого-то. Я за нее ручаюсь, она будет. Но кого я могу попросить? Только тех, кого я знаю. И Настя Кузнецова попадает в один из лучших ресторанов Петербурга, закончив школу, о которой она мечтала, применив усилия, и сдала права, водит машину. Я сказала, Настя, ты не права сдала, ты умеешь теперь ехать, вести себя по жизни. Это самое главное, намного больше, чем просто железную коробку. Соблюдай правила движения, но самое главное, что ты за рулем своей жизни. Все, она рыдала, понимаете, когда ты можешь найти их струну и знаешь, какая струна порвана. Я не собираюсь спаивать их струны, но им нужно дать понять, что ты понимаешь, какая. И вот это доверие, поддержка, гордость нужна намного больше, чем бинт, который нужно приложить или там мазать йодом, знаете. Мазать йодом все могут сами. И это лучше всего удается самим зализывать свои раны, да? Но если очень сложно, то есть медицина. А так самим дальше мозоль зажила и пошли дальше. И не травмируя остальных, работа над собой, вот я рада, я рада. Я вижу еще очень такие приятные ростки, о которых я еще даже стесняюсь мечтать. Я их вижу, и я надеюсь, что девушки этого сезона, шестого сезона, ну, я уверена в них, это будет абсолютно, ну, это новый уровень, но это и новое поколение. С кем вы сблизились из девочек с этих сезонов? Я не сближаюсь, я абсолютный нейтралитет. Вообще, даже после проекта? Никогда. Почему? Это только онлайн. Очень резко. Но вы знаете, я всегда, честно говоря, когда у меня есть курсы публичные, я всегда приглашаю, когда есть у меня аудитория, я выступаю в аудитории, я всегда девочек приглашаю, они никогда не приходят. А нет, иногда приходят в регионах. В Москве никто не приходит. В регионах очень часто. И, но я вижу, я их сажаю на первый ряд, и я вижу, как вот эта губка впитывает. И, конечно, я представляю, ну, это они же телевизионные звезды, они же медийные лица. И как они теряются в этом мире, выпав из телевизора, и как им сложно царапаться, и в общем, все те истории, которые они мне рассказывают, и они этим гордятся, всеми своими маленькими этими, казалось бы, естественными совершенно шагами по лесенке жизни наверх. Но когда они делают сами, наступает в них, когда они уже смотрят за свои следующие ступеньки туда вниз или на своих родных рядом, это самые полезные, это самые прекрасные рассказы в моей жизни, правда. Ну, вы чувствуете к ним какой-то родительские какие-то чувства, вот эмоции? Я не могу к ним испытывать родительских чувств. Я чувствую к ним эмоции взрослого человека, который желает им самостоятельной счастливой жизни. Такой, как они себе сами сошьют и скроют. Многие из них говорят, что самое сложное начинается после проекта. Конечно. Потому что тут они привыкают к определенным условиям, за ними все следят, у них терапия ежедневная, можно сказать, происходит. Ну, конечно, да. И они чувствуют, что они в команде, не забывайте. Да. Оказаться мне командой одним. Но послушайте, когда я сама прихожу из своих походов по Ирану, я думаю, так, а завтра что? Куда мы идем сегодня? А что будет? А где мы обедаем? А как, во что мне одеться? А какие сапоги сегодня? А какой пик сегодня? А в каком водопаде сегодня? А что сегодня? А почему сегодня всего этого нет? Это тоже такой экстрим для меня. Я сама его себе заказываю. И потому что я вижу фольклор, я вижу эмоции, я работаю в садиках, там много чего мы делаем, помогаем местным, осликов там ведем и прочее, свои грузы ведем. Это такое посильное упражнение с природой, между природой и выживанием. Поэтому позже, да, конечно, уходит лицо из телевизора, их какие-то вечеринки с подписчиками ничем не заканчиваются. Это никому не нужно, потому что это всего лишь подписчики. Ведь friends и друзья в Фейсбуке — это не друзья. Что такое друзья в Фейсбуке? Мне кажется, эти кальки, как светский разговор, ненужный, не обязательно светское. Что такое small talk? Small talk — это обязательная прелюдия к общению. Следующее выражение после произнесения знакомства. Это обязательно. Это не то, что ты хочешь, не хочешь, светский или не светский.
ты должен что-то сказать. Ты должен. Американцы научили. Какая у вас сумочка в лифте в Нью-Йорке? Вы полчаса эту сумочку хвалите, он уже давно вышел, просто чтобы вы у него ничего не спросили. Это трюк. Девочки должны знать, что это трюк, что вся жизнь — это упражнение. Есть правила, но тебе нужно знать, кто первый, кто подает, а кто отбивает. Хочешь всю жизнь отбивать? Иди отбивай. Хочешь подавать? Научись хоть одному виду спорта. Поэтому все, что вы видите в пацанках, это бьет в разные точки, но это дает абсолютно одно. Это тир. Это не пожар, это правильный тир, который ты стреляешь просто в себя. И знаешь, где ты хочешь оказаться, и навыки даются. Это то, что забыли с ними сделать родители в детстве. Забыли. Просто забыли. И когда они называют ДД с большой буквы детский дом, знаете, при этом уважительно. Поэтому это удивительный сезон. И я, знаете, я каждый год сама взрослею, когда я заканчиваю сезон. Это совершенно другое. Ты на мир смотришь иначе. На окна Гуччи, ну, я с интересом смотрю, но очень многие вещи становятся неинтересным, правда, просто неинтересным. Что главное дал вам этот проект? Любовь к людям. Наверное, проект убедил меня в том, что тот проект, к которому я пришла 10 лет назад, я думала, честно говоря, когда ты начинаешь и заявляешь проект, ты точно не знаешь, как это будет. Ты точно не знаешь, в какой продукт ты это сформируешь. Правильно? Было бы легко. Мы иногда даже в супермаркет приходим, мечтая об одной задаче. На бумажке написано одно, приносим домой совсем другое. Или в магазин необходимости обуви. Приходим за одним, а покупаем другое. Случается? Случается. И когда ты начинаешь проект, есть какая-то такая... Ну, во-первых, ты делаешь бизнес-план, во-вторых, есть некие иллюзии. И ты не понимаешь, куда выведет интересы, когда проект касается, когда проект основанный, нацелен на людей и про людей, ты не знаешь, куда тебя выведет. Поэтому, я думаю, одно из достижений моего проекта о том, что я вышла из суперофисов полезных, успешных и красивых, интересных, я вышла в такие эмоции 26-летних детей, которые были просто лишены, у них украдено детство, и детство наступило счастливое, к ним сейчас 26, когда они могут свои капризы выполнить сами. И пример — это аудитория. Вся эта аудитория — это успех проекта. И частично это успех моего проекта. Вы очень много говорите о миссии, о вашей миссии. И такое ощущение, что все, что вы делаете, обязательно должно нести какой-то смысл и какую-то миссию выполнять. Но мне иначе не интересно. Да. Если моя жизнь не имеет никакого смысла, я делаю просто это для того, чтобы приклеить ресницы, для того, чтобы прийти поговорить с вами, я бы не стала. Могла бы сегодня не приклеивать ресницы и не тратить полчаса. И видели, я ни разу не... Мне все равно, что в гриме и... И ведь не для того, чтобы поговорить, мы с вами встретились. Вы оторвали время от семьи и от своих других проектов. Мне кажется, и для вас есть... Это просто смысл. Может быть, миссия — это слишком шикарное слово. И это не проповедь, не мантра. Это опыт. И это, по крайней мере, я успеваю делать те вещи, которые я откладывала на вторую половину своей жизни, как будто, и когда меня кто-то спрашивает, вы что, улыбаетесь, вы счастливы? Я могу сказать, да, я счастлива. Вот все-таки ключевая миссия какая ваша? Если подумать глобально. Я думаю, что понять, кто я. Тот же вопрос, который возникал у нас в детстве, когда я уходила к своим... Кто у меня сегодня? К анемонам ранней грязной весной, когда эти коврик этих очень стройных растений возвышался над старой листвой. И к этим цветам не подходил никто, только я. Может, мне не хватало тепла? И, может, с цветами мне было легче. Поэтому такие цветочки жизни, как подсонки, они мне тоже интересны. Они такие красивые. Вы же видели, какой каст. Совершенно другие лица. Совершенно другая публика. Когда я зашла, я просто сказала, Голливуд, в том смысле Голливуда, который мы с вами его любим, правильно? Это абсолютно продукт мира, абсолютно международные девушки, с международной такая сила, коктейль, ну посмотрите, география, север, Дальний Восток, юг, это абсолютно, это такой букет абсолютно разных цветов. Вы знаете, как в букете сложно сочетать растения. Англичанам это удается, и то они знают, у них есть опыт, как это делать. Колонии были их. А как этот букет, как с этим букетом выжить в Москве?
как оказаться маленьким анемоном среди больших душистых лилий или каких-то пассивных, роскошных орхидей или хрупких ландышей. Ландыши хоть с корнями продают, им легче, они дольше живут, их можно в землю повторно. И что эти девушки взяли, вошли риск. Прежде всего, они пришли полировать свои эго, но на самом деле они проецируют, и они коммуницируют, и они становятся такими фонарями. Я ни в коем случае не тот человек, который наполняет фонарики керосином, и там никакой не продавец никаких света или добрых намерений, нет. Я просто понимаю, что устоять трудно, и я надеюсь, что этот диалог про этикет, вы думаете, с пацанками я жестоко и позволяю себе пикировать, я также пикирую клиентов, иначе моих визави в очень даже таких сложных бизнес-темах. Правда. Когда есть правда, когда проблескивает правда, тогда, мне кажется, это самый лучший довод. Вы о чем-нибудь жалеете? Да, очень много. Этот список, он тоже есть. И в нем я признаюсь. И очень жаль, что нет многих людей, которым я не успела сказать то, что хотела бы. И так устроена жизнь. Но есть опыт. Если бы можно было одно событие изменить из прошлого, чтобы это было? Я никогда не должна была бы говорить своему отцу, что я никогда не вернусь в свой город детства. В день, когда он умер, я купила квартиру. Мы раним очень часто родителям, думая, что они будут жить долго, и отбиваем их добрые намерения глупыми комментариями. Глупыми комментариями. И то время, которое мы украли от общения с родителями, так устроена жизнь. Чем дальше посылаешь, тем дальше, ближе приходят дети, правильно? Но эта резинка нашей рогатки была очень длинной в те эпохи, когда я жила, когда я была маленькой. И да, я жалею, я не должна была им этого сказать. Ничего не боитесь? Да, конечно. У меня есть... Я много испытала в жизни, и я боюсь тех моментов, когда я была неправа. И я боюсь пережить те некоторые ситуации в жизни, в которых я оказывалась. Смена государственного строя, смена разных, как бы я назвала вам это, да, государственного строя, политических преобразований, в которых вложилась моя жизнь и вложилась жизнь моих родителей, к сожалению. И я очень боюсь, что есть пожилые люди, которые умирают одни в нищете и в беспомощности. Так что молодым, это то, что я пытаюсь донести пацанкам, то, что молодыми быть одинаково прекрасно, легко и сложно. Но что от чего нельзя отказываться, это от жизни, тем более нельзя отнимать эту жизнь у кого-то, кто рядом. Просто потому, что он бесит тебя и твое эго, правильно? Это не причина. И что с эго нужно, свое эго можно полировать другими способами, не обязательно для этого доставать ножичек. Но ножичек оказался у них в носочке, не совсем. У него была причина оказаться там. И я очень жалею о том, что девочки, не все девочки смогли, мы не вернули в проект я. Не показала характер и не вернула в проект того, кому действительно нужна была помощь. В этом сезоне? Угу. Кому? Анна Тихая. А почему вы не вернули? Я сожалею о том, что... Я не знаю, это не затмение, это, наверное, была логика в том, что Анна Тихая могла быть опасна. Да, действительно, мы отвечаем за жизнь этих девушек, за их жизнь, за их судьбы. И действительно... Понятно, что безопасность должна быть на проекте, и поэтому если кто-то обвиняет в том, что ой-ой-ой, эти вещи нельзя показывать, безопасность героинь, поверьте, гарантируется. Но в данном случае, вероятно, на каком-то этапе можно было бы попросить вернуть Анну Тихую. Но я думаю, что я всегда могу быть... наблюдать за ее жизнью и быть рядом. Правильно? Mm-hmm. Это же не вернуть или не вернуть для картинки. Ведь проект — это не про картинку.
а про живые судьбы живых людей в живом обществе. Там же говорили о том, что она ушла как будто бы на онлайн, вот это обучение. Да. Действительно ли оно было? Да, все проходило. Мы предлагаем тебе домашнее обучение. Да, вы увидите ее в финале. Угу. Она придет, и вы увидите ее образ. Вам, как женщине со вкусом, это все очень понравится. Это ее выбор. И вы увидите, что пришел совершенно другой человек. Вы это увидите. Но мне моя совесть говорит, что это не было достаточно. Я такая. И все обычные говорят, спасибо, что вы такая. Спасибо. Спасибо большое. У меня последний вопрос, который я задаю всегда своему герою. Что бы вы сказали себе маленькой? Это очень лично. Нужно найти ответ, да? Чтобы я сказала себе маленькой... Я отвечу, но она будет на иностранном языке. Сейчас, успокойся, скажу. Это Эмма Армастабминт. Кто надо, тот поймет. Да. Пусть спасибо. Так будет, потому что это был мой язык. Я никогда себе по-русски ничего не говорила. Спасибо вам большое. Спасибо.